Гостей встречает основатель заведения, советник губернатора Подмосковья Илона Броневицкая. Для партии «Единая Россия» эти визиты стали уже доброй традицией. В приюте обитает более 600 животных, которые требуют постоянного ухода и кормления, а потому подобным визитам всегда рады. Здесь собралась та общность людей, которым не безразлично. Что едят, как живут, какая их судьба дальнейшая. Этих собак, которых, в общем, постигла печальная участь оказаться на улице, которые попали в приют. Спасибо за вашу помощь. В приюте с говорящим названием «Домашний» животных лечат, стерилизуют, вакцинируют и ищут для них новых хозяев. Каждый год около 200 собак уезжают из приюта домой. В этот сложный и далеко не дешевый процесс вносит свою лепту и партия «Единая Россия», организуя акцию «Лучший друг». Силами членов партии и сторонников мы организовали небольшой, но посильный, существенный сбор помощи для этого приюта. Мы купили корм, купили необходимые лекарства для восстановления животных. Илона Броневицкая отмечает, что в обществе наметился определенный положительный сдвиг в отношении бездомных кошек и собак. Это происходит в том числе благодаря появлению огромного количества видеороликов, где спасают погибающих животных. Люди залезают в какие-то трубы, люди останавливаются на трассах и поднимают сбитые животных, вытаскивают, там, рискуя жизнью, что-то где-то спасают. И, знаете, это все-таки лицо нашего общества. Илоной Броневицкой было предложено в рамках реализации регионального партийного проекта «Старший брат» проводить учебно-тренировочные занятия для школьников, чтобы те знали, как вести себя с собаками. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.